Хоть вот ходят. Начали парковку очищать сейчас. А вот вчера что мешало это делать? Вчера мешало, у меня бетонки там стояли, бетонки сегодня утром убрали. Которые, и что, и там что нельзя было сегодня делать? Бетон убрали. Вчера приехал, два воровайки. А куда вы ехали? Везде, в другое место. Не-не-не, значит координаты мне, и мы их заберем. То есть я два месяца просил их забрать, никто не забрал, сейчас я увез. Да. Я бы увез туда, я уже человека просил во двор ставить. Да, точку делал. Технику оплатил, все. Никто не хотел забрать сейчас. Так. Авторский надзор, какие вопросы у нас еще остались? Я так думаю, вы же скоро уже будете разбирку делать по парковке расчистить. Да. Но там вот все изменения нужно. То есть взаимодействие с тем подрядчиком есть, они как-то сами будут пересаживать в случае необходимости. Ну вот согласовали уже 10-й раз, что мы убираем их. Все деревья, которые посажены, они будут заново. Потому что они попадаются. Нет, попробуй пересадить их ковшом. Ковшом не надо, они же, наверное, в они сказали. Не, они сами-то пересадить готовы, просто они говорят, что не проживут. Вот такую погоду не проживут. Но они мешать с ним будут. Мне точно они мешают. Мешают. Да, мы уже говорили, хотели оставить забор на последнюю очередь делать, чтобы вот такую надо погоду делать, они сказали, можно пересадить. Карен, надо делать. Мне, я уже сколько раз мы уже делаем составание, мне тоже надо делать. Мне завтра трактор загоню, фундамент буду делать, и деревья все попадаются, я все уберу. Ну, мы их пересаживаем, пробуй, понял? Ну, в тенек куда-нибудь их пересадить. Но это надо их позвать тогда. Они сейчас... Попробовать, может, правда, может. Но они уже готовы на риски в гибели. Кажется. Он же их немного. Ну, там их немного, они мешающие. Ну. Сейчас мы Карену перенесем на начало августа этот забор. Ну. И закончится тем, что пойдут дожди опять, и мы опять будем ехать туда. А если хотя бы просто в комьях. В комьях их пересадить в березовую рощу. Нет, их по идее можно оставить и сам, только их нужно сдвинуть на метр. Там фундамент вырыть, они еще субкосами сделают. И больше на месте они точно мешают. Я не обойду их никак. Вы два раза заставите пересадить. Сначала пересадить. Ну хорошо, ладно. Что выживет. Давайте тогда так, Анна Евгеньевна, до пятницы от вас предложение, куда их пересадить. Окончательно. Березовую рощу, в лес, где... Ну, пересаживают, если это мешает. Стройки они мешать не будут. А их надо просто позже туда. А кто их будет поливать? А осенью мы и сами его посадим. Если кто-то будет поливать, они выживут. Если их не будет никто не поливать, они не выживут.